Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сорта пивоваренного ячменя и его технологическая оценка. Качество зерна зависит как от сорта, так и от условий, в которых возделывалась культура. Лучшие пивоваренные ячмени получают в условиях мягкого климата, умеренного количества света, тепла и осадков на высоте от 200 до 350 метров над уровнем моря. Все пивоваренные ячмени относятся к яровым, так как озимые имеют слабую зимостойкость. Сочетание необходимых условий для возделывания пивоваренного ячменя имеется в центрально-черноземном и частично-центральном районах России. Ведущими в производстве пивоваренного ячменя являются европейские страны: Австрия, Англия, Бельгия, Дания, Нидерланды, ФРГ, Франция, Швеция, Польша, Чехия, Россия, Украина, Белоруссия и страны Балтии. У одного и того же сорта в зависимости от условий произрастания бывают различный химический состав и размер зерна. Более крупные зерна у ячменей, выросших в зонах с умеренным климатом. В зонах с сухим и жарким климатом получают зерна мелкие, но с высоким содержанием белка. Под сортом понимают определенную разновидность культурного растения, выведенную путем селекции и характеризующуюся определенными биологическими признаками и свойствами. С течением времени все сорта ухудшают свои признаки и свойства. У одних это наступает довольно быстро, другие сорта в течение нескольких лет остаются в числе ведущих. Сорта самоопыляющихся растений, которым принадлежит ячмень, вырождаются быстрее, чем переносно опыляющихся. Поэтому обновление сортов ячменя, то есть замена чистосортными семенами с семеноводческих станций, должно производиться, как правило, через 4-5 лет. Но есть и долго высеваемые сорта. Сорта пивоваренного ячменя в настоящее время, рекомендуемые к возделыванию в России, представлены на экране. Все сорта ячменя районированы. Многие сорта не обладают хорошими качествами во всех регионах возделывания. Поэтому, согласно Государственному реестру селекционных достижений, сорта пивоваренного ячменя рекомендуется высевать в некоторых областях и республиках отдельных регионов: Северном, Северо-Западном, Центральном, Волговятском, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Средневолжском и так далее. В настоящее время разрешена заготовка ячменя пивоваренных сортов в других регионах страны. Допускается высевать пивоваренные ячмени тех сортов, которые были рекомендованы к возделыванию ранее, при условии, если они показали хорошее качество в данном регионе. Например, в Московской области при хорошем разнообразии почвенно-климатических условий в отдельных регионах высеваемые сорта Зазерский 85 и Одесский 100 показали хорошие характеристики. С технологической точки зрения лучшими являются ячмени, легко прорастающие и теряющие при этом наименьшее количество питательных веществ. Равномерно замачиваться и прорастать будет ячмень с зернами примерно одинаковой величины. Ячмень принято разделять на фракции по толщине зерна: более 2,8, 2,5 и 2,2 мм. Цвет зерна должен быть светло-желтым, желтым или серовато-желтым. Недоспелые зерна обычно имеют зеленоватый оттенок. Темные кончики свидетельствуют о том, что зерно было подмочено во время уборки или хранения. Такой ячмень хуже проращивается. У зерна должен быть свежий запах. Наличие плесневелого, солодового или затхлого запаха свидетельствует о непригодности ячменя к солодоращению. В ячмене не должно быть много зерновой и сорной примеси. Сорная примесь подразделяется на минеральную и органическую. Также отличают вредные примеси и зерновые примеси. Ячмень, поступающий на приготовление солода, должен быть одного сорта, так как зерна различных сортов замачиваются по-разному и проращиваются с разной скоростью. Для производства солода используют ячмень, разделяемый на два класса, который удовлетворяет требованиям действующего ГОСТ 50-60.
Свойства ячменя первого и второго классов по данному ГОСТу представлены в таблице на экране. Крупность. Отношение массы зерен ячменя. Сходы носите с отверстиями 2,5 на 20 мм. К массе основного зерна анализируемой навески, выраженная в процентах. Крупность зерна ячменя сильно зависит от формы, характерной для каждого сорта и условий произрастания. Различают три параметра зерна. Длина от 7 до 14,6 мм. Ширина от 2 до 2,5 мм. Толщина от 1,2 до 4,5 мм. Крупное зерно обычно содержит больше крахмала и имеет большую экстрактивность. Для солодорощения большое значение имеет крупность и однородность зерна по размеру, а также спелость, влажность, содержание белковых веществ, продолжительность хранения и другое. Однородное по размеру, составу и свойствам зерно равномерно поглощает воду при замачивании и прорастает, образуя свежепроросший солод с одинаковым биохимическим составом. В качестве характеристики ячменя принята его толщина. Зерна толщиной 2,8 мм и выше относят к первому сорту, 2,8-2,5 мм ко второму сорту, от 2,5 до 2,2 к третьему. При приготовлении светлых сортов пива оболочка зерна не должна быть толстой, так как дубильные вещества, содержащиеся в ней, придают пиву грубый вкус. Содержание оболочки должно быть от 7 до 9%. Для приготовления темных сортов пива допускается наличие оболочки до 13%, так как содержащиеся в ней вещества улучшают специфический цвет и вкус темного пива. Для оценки технологических качеств ячменя принимают показатель натура зерна, масса одного кубического дециметра зерна, выраженная в граммах, масса тысячи зерен воздушно-сухого ячменя в граммах или абсолютная масса зерна, то есть масса сухого вещества в тысячи зерен, способность прорастания, водочувствительность, мучнистость, содержание белка, пленчатость, способность прорастания, процент проросших зерен. Определяют на 5-е сутки проращивания в лаборатории. Этот показатель свидетельствует о степени пригодности ячменя к солодоращению. Жизнеспособность – потенциальная возможность зерна к прорастанию. Ее определяют у ячменя, не прошедшего послеуборочное дозревание. Водочувствительность характеризует снижение способности к прорастанию даже при небольшом избытке воды. Водочувствительность чаще проявляется для ячменя, выращенного в неблагоприятных, более влажных климатических условиях. Водочувствительность выражается разницей между количеством проросших зерен при оптимальных и избыточных количествах воды. Если разница менее 20%, то ячмень мало водочувствительный. При 26-45% водочувствительный. При разнице более 45% у зерна значительная водочувствительность и требуется строгое соблюдение специальной технологии замачивания. Мучнистость характеризует состояние эндосперма. Зерна могут быть мучнистыми, стекловидными, полустекловидными. Стекловидный ячмень получается в том случае, если на стадии созревания зерна в период от молочной до полной спелости была сухая, жаркая погода. Различают постоянную, остающуюся, и временную, проходящую стекловидность. Ячмень с постоянной стекловидностью, как правило, содержит повышенное количество белка, трудно перерабатывается и дает солод пониженного качества. Другим важным технологическим показателем является содержание белка. Чем больше белка в зерне, тем труднее проращивается зерно. Большое значение в технологическом процессе имеет пленчатость зерна, то есть содержание цветочных пленок, состоящих из веществ, нерастворимых в воде и не поддающихся ферментативному гидролизу. Чем больше пленчатость, тем ниже экстрактивность. Важнейшим технологическим показателем ячменя является экстрактивность, то есть количество веществ, которые могут раствориться и при затирании перейти в сусло.
В основном экстрактивность зерна обусловлена содержанием крахмала, некрахмальных полисахаридов и белковых веществ. В пивоваренном двухрядном ячмене, в отличие от шестирядного, содержание крахмала составляет 56-70%, а экстрактивность от 73 до 82%. У хороших ячменей экстрактивность от 76 до 82% на сухое вещество. Чем выше экстрактивность, тем меньше расход зерна на производство пива. У ячменей, пригодных для солодорощения, должно быть определенное соотношение между экстрактивностью и содержанием белка. Отношение экстрактивности к содержанию белка и пригодность к солодорощению представлено в таблице на слайде. Применение шестирядных ячменей в пивоварении. Шестирядный озимый ячмень широко распространен и высокоурожайный сорт, используемый в качестве фуражной кормовой культуры. В некоторых странах, в США, Канаде, некоторых европейских странах, применяют такой ячмень для производства солода и пива. Яровые сорта шестирядного ячменя имеют невысокую урожайность, а озимые дают урожай с 1 гектара на 8 центнеров больше, чем двухрядный яровой. Созревает озимый ячмень на 10-20 дней раньше ярового, что позволяет убрать его в более ранние сроки и раньше начать выпуск солода. Для пивоварения неудовлетворительным является то, что в яровом ячмене более высокое содержание целлюлозы, гемицеллюлозы, белка, азольных веществ, а крахмальные зерна более мелкие, низкое содержание крахмала и экстрактивность. Солод из шестирядного ячменя имеет более высокую ферментативную активность. Дробина более ценная как кормовой продукт из-за высокого содержания белка. Считается, что использование шестирядных ячменей экономически целесообразно. Как мы выяснили ранее, ячмень, предназначенный для солодорощения, должен быть здоровым, хранившимся в течение определенного времени, то есть отлежавшимся, чтобы его свойства выровнялись. При соложении он должен быть хорошо проращен и высушен. Любой недостаток сырья или солодильного процесса отрицательно сказывается на качестве солода. Исследованию качества солода уделяется большое внимание. С одной стороны, для того, чтобы проверить правильность проведенного процесса солодорощения, а с другой, чтобы установить качественные признаки солода перед обработкой и определить пригодность его для выработки пива требуемого типа. Далее в видео подробно рассмотрим качественные показатели солода, а также историю наблюдений и исследований готового солода при производстве пива. Так, до конца первой половины 19 века определялась только органолептическая оценка солода. Определялась плотность и хрупкость зерна. Но наука развивалась, и в дальнейшем стали определять экстрактивность солода во время затирания, скорость осаждения пивной дробины и осветление сусла. За годы исследований был разработан целый ряд процессов для механического и химического определения отдельных качественных показателей солода. В 1914 году в Бонне было подписано основное соглашение по этим проблемам между европейскими научно-исследовательскими пивоваренными институтами. В 1928 году в Зальцбурге был подписан единый документ для анализа солода согласно так называемому конвенционному методу, которым с учетом нескольких дополнений пользуются до сих пор для анализа торгового солода. Конвенционный метод позволяет легко и довольно быстро определять важнейшие качества солода и дает сравнительные результаты, которые, однако, могут отличаться от результатов, полученных на практике, когда принята иная технология или существуют другие условия выращивания. Обычно солод, который имеет хорошее
свойства при анализах по конвенционному методу не вызывает трудностей и при переработке в промышленном масштабе. Для более совершенного исследования свойств солода разработаны другие, очень точные и научно обоснованные методы, однако более сложные и более трудоемкие. Они служат для определения некоторых специфических свойств солода или для контроля за недостатками, обнаруженными при обычном анализе. Качество солода можно определять органолептическими, механическими, химическими, физическими и физиологическими методами. Органолептический метод анализа солода – это субъективный метод оценки, зависящий от способности исследователя, однако он очень важен и не стоит им пренебрегать. Он дополняет общую оценку и часто указывает на недостатки, которые могут быть пропущены при химическом анализе. Солод на ощупь должен быть сухим и беспыльным. Запах солода должен быть чистым, солодовым, у темного солода более четко выраженным, почти ароматным. Не должно быть затхлого запаха, запаха плесени или дыма. Вкус солода должен быть приятно сладковатым, без привкуса. Запах и вкус солода лучше всего проявляются при затирании в лабораторном сусле. Цвет оболочки должен быть равномерным, светло-желтым. Темная окраска кончиков свидетельствует о том, что был использован влажный ячмень. Серая окраска бывает вызвана железистой замочной водой. Однако это не ухудшает качество. Не должно быть белых следов от кальция, содержащегося в замочной воде. У солода, высушенного прямыми продуктами сгорания, на оболочке могут быть черные пятна, которые возникают под действием серы из продуктов сгорания. Это явление называется пятнистостью и не влияет на качество солода. Хорошо растворенное, рыхлое солодовое зерно сохраняет форму и размер зерна переработанного ячменя. Стекловидные, перемоченные, плохо растворенные или плохо высушенные зерна бывают сморщенными и мелкими. Они увеличивают разницу между экстрактами в тонком и грубом помоле. Зерна неодинаковой величины встречаются при обработке плохо отсортированного ячменя. Большая разница в размере зерен может вызывать трудности при дроблении. Размер зерна не должен влиять на экстрактивность солода. Энари определил, что небольшое и полное зерно может дать солод такой же экстрактивности, как и крупное зерно. Масса 1 гектолитра солода не может служить критерием его оценки, если неизвестна масса гектолитра зерна, используемого ячменя. Известно такое правило, что солод короткого прорастания тяжелее, чем солод длительного прорастания, хорошо растворенный. В настоящее время при обработке хорошо отсортированного селекционного ячменя масса 1 гектолитра солода увеличилась. У светлых солодов она колеблется от 54 до 60, а у темных от 52 до 55 килограмм на гектолитр. Абсолютная масса, масса 1000 зерен солода точно такая же, как масса 1 гектолитра зерна, связана с массой ячменя и растворением солода. Солод, дополнительно растворенный в ящиках Кропфа, имеет и при хорошем растворении большую абсолютную массу. Помимо растворения на абсолютную массу влияет также влажность солода, форма и размер зерна. Мелкое и тонкое зерно может иметь небольшую абсолютную массу и при плохом растворении. Для сравнения образцов абсолютная масса является хорошим критерием. Абсолютная масса светлого солода колеблется от 31 до 36 грамм.
темного солода от 28 до 32 грамм в сухом остатке. Мучнистость, стекловидность и цвет эндосперма – это обычно применяемые критерии, и они характеризуют растворение и правильную сушку солода. Мучнистость и хрупкость зерна определяются простым поперечным разрезом зерна фаринатумом. Мучнистые и хрупкие зерна легко дробятся. При затирании облегчают действие ферментов, и экстрактивные вещества быстрее переходят в раствор. Поэтому их доля должна быть как можно больше. У светлого солода 94%, у темного около 96%. Стекловидные зерна труднее перерабатываются. Они повышают разницу экстракта в тонком и грубом помоле. Частичная стекловидность возникает также при неправильной сушке. Иногда причиной стекловидности является стекловидный ячмень некоторых урожаев. Доля абсолютного стекловидного зерна у светлых солодов не должна превышать 3%. Цвет эндосперма светлых солодов должен быть на срезе белым, без дымчатых зерен. В зависимости от температуры сушки темный солод содержит различное количество белых, желтых и дымчатых зерен. Коричневые пригорелые зерна недопустимы, так как нарушают вкус солода. Мучнистость и стекловидность зерна можно определить также путем просвечивания диафоноскопом. Стекловидные зерна прозрачны, мучнистые непрозрачны. Более обычное определение мучнистости фаринатумом. Хрупкость солода определяется при раскусывании зерна. Она характеризует также вкус солода, однако не является надежным критерием. Наличие случайных твердых зерен может привести к ошибочным выводам. Хрупкость солода определяют разными приборами. Так, фирма Brabender, Германия, изготавливает приборы, которые используются для определения твердости зерновых культур в мельницах. Сначала солод дробят, получая грубый помол, а потом на особом приборе растирают в тонкую муку. Сила, необходимая для такого тонкого измельчения, измеряется и регистрируется и должна быть критерием хрупкости солода. Этот относительно дорогой прибор применяется там, где это необходимо. Склероскоп – прибор, сконструированных в лаборатории пивоваренного института в Нанси, Франция, определяет сопротивление, необходимое для размалывания одного зерна. Заплесневелые зерна определяются не всегда точно. Это в значительной мере зависит от сосредоточенности наблюдателя. Одновременно определяются также битые зерна. Плесень проявляется при прорастании, прежде всего на поврежденных зернах или на базальной части зерна. Единичные случаи не влияют на качество. Недостатком является плесень, образовавшаяся при хранении солода. Она проявляется в запахе, образует на зернах большие и более заметные пятна или покрывает зерно целиком. Затхлый запах может перейти на вкус сусла. Доля заплесневелого и битого зерна не должна превышать у светлого солода 0,5%, у темного 0,8%. Сорняки и другие примеси, камни, обломки колосьев и так далее, определяют по массе. Общее количество не должно превышать 0,2%. Развитие зародышевого листка раньше считали признаком растворения солода. Однако растворение солода не происходит одновременно с развитием зародышевого листка, и тем более не при солодоращении в среде, насыщенной углекислым газом. Определение развития зародышевого листка дает возможность установить ход прорастания и равномерность роста. Солода слишком короткого ращения при переработке всегда создают трудности. Переросшие с длинным ростком зерна свидетельствуют о том, что солод проращивался при теплом режиме. Очень важна доля зерен с развитием зародышевого листка от 0 до 1/4 зерна. В
включая непроросшие зерна. Их должно быть не больше 5%. У светлых солодов бывает около 70% зерен с длиной зародышевого листка от 2/3 до 3/4. А у темных солодов одинаковая доля от 3/4 до полной длины зерна. Среднее развитие зародышевого листка колеблется у светлых солодов от 0,68 до 0,76%, а у темных от 0,76 до 0,85% длины зерна. Сортировка солодов служит для определения выровненности зерна. Зерна не одинакового размера могут вызывать затруднения при дроблении и снижать выход экстракта. Различные размеры зерен встречаются у солодов, полученных из нестандартного ячменя. Солод с выровненной крупностью зерна имеет 94% зерен первого сорта. На сетак с отверстиями 2,8 и 2,5 мм. Подрешетный продукт под ситом с отверстиями 2,2 мм должен составлять не более 0,5%. Химический анализ, проведенный согласно конвенционному методу, обеспечивает определение дальнейших качественных признаков солода. Влажность солода имеет экономическое и качественное значение. Повышенное содержание влаги снижает экстрактивность солода и вызывает трудности при хранении. Правильная сушка позволяет снизить содержание влаги в солоде и ограничить действие ферментов. Свежевысушенный светлый солод содержит около 3,5%, темный около 2% воды. При удалении солодовых ростков и транспортировке солода влажность его несколько увеличивается. Умеренное повышение и выравнивание содержания влаги во всем зерне способствует повышению качества солода, и он лучше дробится. Влажность солода при хранении не должна превышать 6%. Во влажном солоде возобновляется действие ферментов. Солод теряет аромат и свои характерные свойства. Экстрактивность солода выражается суммой экстрактивных веществ, которые при затирании, согласно конвенционному методу, переходят в раствор. Это не весь экстракт, содержащийся в солоде. При декокционном затирании можно было бы добиться более высокого выхода экстракта. Однако повсеместно получаемый, согласно конвенционному методу, экстракт считается с точки зрения качества максимальным. Он является критерием продуктивности солода и основой для расчета засыпи. Экстрактивность солода колеблется в довольно широком диапазоне, прежде всего в зависимости от качества использованного ячменя, у светлого солода от 76 до 82%, считая на сухое вещество, а в некоторые годы превышает и 83%. Экстрактивность темного солода на 1-2% ниже, чем у светлого. Экстрактивность является только количественным показателем. Если же нужно определить пригодность солода для переработки в варочном отделении, то проводится еще одно определение на затирание с солодом грубого помола. Раньше для этого сравнения использовали солод с 40% муки. Разница не была достаточно существенной, и поэтому теперь применяют почти исключительно помол с 25% муки. По разнице между экстрактом, полученным из помола с 90% муки, и из грубого помола с 25% муки, можно судить о выходе солода в варочном отделении, а также о растворении солода. При затирании согласно конвенционному методу можно определить также запах затора. У светлого солода запах чистый, сладковатый, слабо ароматный. Затор из темного солода может иметь сильно выраженный ароматный запах, однако он не должен напоминать запах подгоревшего солода. Любой несвойственный солодовому затору запах, плесени, дыма или затхлости, не допускается. На экране представлена оценка растворения солода. Время осахаривания зависит от растворения солода и содержания активных амилаз.
Солод короткого вращения и плохо растворенный осахаривается медленнее. Солод, высушиваемый при слишком высоких температурах, ослабляющих действие ферментов, также осахаривается медленнее. Быстро осахариваются солода, перерастворенные или высушенные при низких температурах. Светлый солод осахаривается нормально за 10-15 минут. Темный не более чем за 30-35 минут. Солод, изготовленный из неотлежавшихся ячменей, осахаривается обычно медленнее. На время осахаривания влияют также особенности отдельных урожаев. Ячмени стекловидные с плохим прорастанием. Если осахаривание у светлого солода не происходит за 20 минут, необходимо установить причину, определить развитие зародышевого листка, долю непроросшего зерна, стекловидность и тому подобное. И при возможности определить амилолитическую активность. У темного солода причиной более позднего осахаривания является высокая температура отсушки. Время фильтрования и прозрачность сусла, определяемые при лабораторном анализе, не всегда совпадают с результатами, полученными в производстве. Сусло, апеллисцирующее в лаборатории, в производственных условиях часто будет прозрачным. По скорости фильтрации в лаборатории также нельзя судить о ходе фильтрации в производственных условиях. Более подробно о процессе фильтрования вы можете посмотреть в видео, перейдя по ссылке в подсказке или в описании. Там мы подробно разбираем процесс фильтрования с зависимостями, формулами, а также схемами. Для общей оценки качества солода необходимо проводить такие определения. Если первые фракции сусла проходят через фильтр быстро и процесс заканчивается в течение часа, то фильтрация считается нормальной. Сусло из хорошо растворенных солодов фильтруется быстрее. Оно прозрачное и с сильным блеском. Аполисценция сусла иногда проявляется в начале процесса, а также у солодов из некоторых сортов ячменя. Такая аполисценция не является причиной затруднений во время производства. Продолжение в следующем видео. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео.